Вам чего? Ну что, Тереза, соответствую Инстаграму. Нам в одну сторону. Нет, центральный выход прямо. Вам надо со всеми. Не, я пойду с вами. Я слышал ваш разговор. Вас должны вывести отсюда. А всех прочих в карантин упекут. Не обязательно. И я это не страшно. Прикажу. Суан. Суан, послушай, не стоит. Еще как стоит. Мы сами по себе. Какое тебе до них дело? Опять ты лишь о себе думаешь. Поэтому мама решила уйти. Да. Ну да, как бы, да. Да. Да, ебать, чё, чё, нахуй, чё-то предъявить не хочешь, блядь, за мои подмышки, нахуй, или чё? Душевая. Блядь? В лицо мне, нахуй, это повтори, блядь. То, что блядь. Вы видите, это душевая комната, одна из обителей призраков. А над нами коридор четвёртого этажа психбольницы. Подняв глаза, можно увидеть... в жопу. А вот если я выгнусь, то есть прям вот, вот я нормально стою, и вот если я выгнусь, типа гиперлордоз, это когда спина вот так, у меня нормальная спина, вот если специально выгнусь, у меня нету гиперлордоза. Ну что, нравится? Нет. Сука, скримеры! Скримеры подъехали. Вот, хотели скримеров. Может, мне еще вот так вот стоять, фильм смотреть, как на в Инстаграме? Ну, что ты встала? А куда ты? Там нас с тобой будут ждать. Еще страшно, когда сзади самолета кричат маленькие дети. Мне, кстати, был один раз, когда я летела на самолете, и там, короче, была какая-то турбулентность, то ли, или что. То есть там трясло сильно, и, короче, там начали люди молиться. Молиться, блядь! Начали. Это пиздец было страшно. Там, короче, погас свет, самолет трясется, блядь. Кто-то сзади начинает молиться, это вообще... Ну, с детьми я вроде не летала. Я так понимаю, что там прячут какие-то наркотики или что. Кстати, недавно видела новость о том, что подростки нашли в подъезде наркотики и откинулись от них. Подростки нашли наркотики, решили их попробовать, ну, чужой какой-то там клад нашли в подъезде, попробовали и откинулись от них. Российская реальность. Там клад пираты. Вроде не включен, надеюсь, он не включен был. Привет, Карина. Спасибо за 200 рублей, я не собираюсь слушать твою хуету, поэтому пошел нахуй. Помню, сколько мне лет было. Но я была в первом классе, когда только-только пошла в школу.
Я не могла есть в столовой. Я не платила деньги за столовую, я не ела в столовой, я терпела до дома. То есть я кушала исключительно дома, потому что в столовке тебя кормят просто какими-то помоями. То есть это вполне обыденно, то, что ты найдешь там, ну, блядь, лобковый волос какой-нибудь, блядь, бабки, которая накладывает это все голыми руками, без, вообще без перчаток. Ну, лучше еще интернет закрыть, и вообще железный занавес полный. И вот тогда я, значит, посмеюсь над всеми вот этими вот грязножопыми коммуняками, которые все хотят вернуть, как было. Если вы хотите, чтобы было мороженое по 2 рубля, значит, колбаса по 2 рубля, готовьтесь к гулагам и расстрелам. И железному занавесу, потому что это все идет вместе. Без этого никак. Вот знаете, типа, блядь, бьюти-блогерши нахуй жалуются на кибербуллинг. Да что ты, блядь, знаешь о кибербуллинге, нахуй? Что ты, блядь, знаешь о кибербуллинге? Что тебе 12-летняя, блядь, тёлочка маленькая написала в Инстаграм, что ты страшная? Это уже кибербуллинг. Вот у меня, нахуй, реальный кибербуллинг, блядь. Меня преследуют на протяжении хуй знает уже скольки лет. Ну, зайди в Инстаграм, посмотри. Типа, я не включаю музыку на стримах. Или вообще, может, блин, бан прилететь за авторское право. Ой, господи, извините, боже, вырвалось само, простите. Вообще не проконтролировала. О, ничего себе, сколько ввели выживших. Я хочу вот этой вот буряточкой играть, но у меня ее нету. Ну, вот тогда этой. Что, отменилось? Что это за дед? Много буков, блядь, не осилю, пиздец. Все, как так? Я подписывался на доту, а тут какие-то буквы. Я к буквам не привык, мне надо видеоформат. Видеоформаты, чтобы понятно было, чтобы там матюги были, крики, оры, голые сиськи. Вот это вот все, что мы любим. А тут непонятно, много букв. Можно снимать сперва на родную камеру, через приложение родное, а потом постить сторис из галереи. Ты понимаешь, что, блядь, это так не работает? Оно все равно будет сжиматься еще больше, если ты даже снимаешь. То есть весь твой потенциал, который есть у тебя в телефоне, ты его не раскроешь с помощью Инстаграма, потому что Инстаграм сжимает качество, сжимает нещадно качество. Ты что, издеваешься нахуй? Если бы это все так просто было, ты понимаешь, что там нужен... можно, есть выходы из этой ситуации с помощью конвертирования. Через специальное предложение нужно конвертировать кодек, специальный кодек, который в Инстаграме, сжимать самому качество, и, возможно, он будет не так сильно, не такой сильно ужасно будет битрейт. То есть там не так сильно будут пиксели рассыпаться, но они все равно рассыпаются на пиксели. Ты ничего с этим не сделаешь, Ты же на тусах не была ни разу, откуда ты знаешь, как там? Прикинь, я не употребляла ни разу наркотики, но знаю их воздействие на мозг, на тело. Представляешь? Не надо для этого пробовать. Не надо, блядь, наступать на грабли, чтобы знать, что тебя ебанет по лбу. Не надо пробовать говно на вкус, чтобы понимать, что оно невкусно. Иметь посыл, чтобы тебе было что сказать, и не зависеть от чата, потому что, блядь, заходишь на стримы какой-нибудь, не знаю, тёлочки, блядь, она сидит такая, что там написали в чате, что там написали, на каждое сообщение надо ответить, на каждое, блядь, на каждое. Хоть оно вот просто ноль ценности, блядь, вот ноль, нахуй, вообще никакой информации не несёт, просто какой-то пук в лужу, блядь, но надо это ответить, это охуенное взаимодействие с аудиторией, но твоя аудитория не будет расширяться, потому что, блядь, не всем интересно, что ты ответила, нахуй, Васе Пупкину из чата, блядь, на вопрос, как ты покакала утром. Помогите! Помогите!
Сука, я корова, сука, я корова. Сука, я не кошка, я не делаю мяу. Сука, я делаю му. Я делаю му. Я делаю му. Вот. Картинка по смертям. И все. Вот сайт со статистикой мировой. По всему миру. В каком где конкретно я вру? Окей, вы можете сказать, давай, значит, нам пруфы, едь, значит, в морги, едь в крематории и записывай оттуда видео с пруфами. А нахуй не хотите пойти? Нахуй не хотите пойти? Дорогие мои, кто так пишет? Тоже не знаю, кому тихо. Покажи, как попу накачал. Сейчас встану, потверкую, блядь. Вот ноги. Тем, кто говорит, что худые ноги, блядь. Не, ну мне даже тренер сказал, что у меня ноги. Шаришь XD. Так, все правильно. Шариша XD. А почему с переносом? Все, погнали, 64. 64. Тваруна. Слушайте, что за тваруна? Что за ник такой, тваруна? 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 Вот вы сейчас скажите, что это еще не как-то по-другому читается. Тварина? Или как-то читается? Тваруна? Что за прическа, блядь, как у горшка? Как у горшка обрезанный, нахуй, вот этот вот чубчик какой-то. Не знаю, кто это такой, но я братишкина выбираю. Он такой... Это кухарик. Побраться. Здесь у нас тоже имеется бассейн. Бомбочка. Еще раз, без связи вы меня мутните, я вам сломаю лицо. Опа. Так. Где ты тут? Гиганта! Вот просто гига... Вот мужик 2 метра роста. У меня просто... Ну, у меня челюсть отвисает. Когда я вижу просто огромный мужик. Ну, вот, ну... Не знаю, мне кажется, у всех такое. Когда ты видишь большого... Большого такого огромного 2 метра роста. Ну, это... Конечно, это просто сразу. Сразу. Не, ну если это дрищ какой-то, ну такое еще. Если это просто высокий дрищ, это такое, а если это шкаф? А чё ты так выглядишь, а? Ты чё, клоун ряженый, блядь? Ты чё нахуй это, блядь? Ты чё тут, тварь, сука, панику нагоняешь, блядь, это? Ты чё тут нахуй, блядь, как, сука, чучело, блядь, вырядилось, нахуй? Ты чё, блядь, пояснил нахуй, блядь? Зашла свою нахуй, блядь? Она быстро сняла! Я всего 2 недели занимаюсь, и уже зал закрывается на ремонт. Непонятно насколько. Я сегодня спину делала заодно. Ох. Даже напрягать сил нету, серьезно. Don't put your